крупнокалиберный переполох. Современный керамический бронежилет «Ратник» весит чуть меньше, чем 8 килограмм. Две пластины внутри и пластина керамическая 5 А-класса. Вот грудная спина БЖ6, Б45, БНЗ, то есть никакого обмана. Вы же знаете, что это бронежилет какого года? 19-го года, самый что ни есть современный. Он должен держать пулю 7.62х54 с 10 метров. Держит спокойно вроде как 7.62х39, это мы тоже проверим. Сегодня у нас вот такой арсенал. Made in USA. Стало быть, в Штатах сделана беретка 92. Что ж, беретка у нас сегодня под парабеллумский патрон. Это 9х19. Автомат Калашникова модернизированный. Сегодня у нас 7.62х39 и два, стало быть, патрона. ПС-ка обычная, пуля стальная, и ПРС. Пониженной рикошетирующей способности, которая оставляет ровные отверстия. И Мосинка-болтовочка, которая прошла не одну войну. У нее тоже 7.62х54, сегодня два патрона, это обычная ЛПС-ка, легкая пуля стальная, и 7.62х54, бронебойно-зажигательный патрон, бронебойно-зажигательная пуля, точнее. В комплект «Ратник» вообще-то входит немножко другой шлем, 6Б47, сегодня у меня 6Б7-1М, хотя, в общем, класс защиты у них одинаковый. Первый класс защиты, что значит должен выдерживать пули ПМ и 9х19, так вот и проверим заодно и шлем сегодня. Манекенчик у нас сегодня составной, потому что их днем с огнем не сыщешь, в общем-то. Транспортировать достаточно легко и сам броник вот за эту рукоять, ну и вытаскивать в качестве раненого тоже достаточно удобно. Петля для сброса здесь тоже есть. Вот этот трос, он идет, и мы его не будем сейчас разбирать, просто я вам это показываю. Для начала берем берету в патроне 9-19 пары и проверим, насколько удобно с помощью кевлара защищены почки. Ну и боковина, собственно. Здесь, что ни на есть, самый толстый кевлар. И сюда мы попробуем засадить 9х19. Посмотрим, держит ли пулю. Поехали. Так, смотрите, что произошло. Два попадания, 9х19. В верхнюю часть кевлара и в боковую часть. Вот здесь кевлар точно выдержал, и пуля находится здесь, мы ее сейчас достанем при помощи ножа. А вот с этой произошло что-то странное. По касательной она проходит внутри, передвигается в переднюю часть, а не в заднюю часть бронежилета, и попадает здесь, я чувствую, какой-то тросик сброса, какой-то еще механизм, и самое время открыть и посмотреть. Давайте сначала достанем вот эту пулю. Не так-то просто, кстати, резать кевлар. Так, смотрим. Пуля 9х19. Летела и встретила на своем пути препятствие в виде кевлара, почечной ее части. И осталась здесь. Ну, в общем, понятное дело, что ребра, возможно, будут отбиты, может быть, даже сломаны, но человеку жизнь это точно спасает. Так, сюда это мы кладем. А вот что произошло вот здесь, я, честно говоря, просто ума не приложу. Но там что-то явно нарушилось. Вот я не пойму, он перебит или нет? Или он так крепится? Нет, тросик не перебит, он здесь так крепится, скажем так, внизу. Вот видите, это часть сброса. Но по нему прошла пуля и где-то внутри осталось. Эй, парень, сколько стоит твой шмот? Эй, да в смысле? Ну ладно, хорошо. Обновочки у меня кое-какие есть. Помимо вот этого самого худи, который предоставлен компанией Helicon, и вот этими патчами новыми, у меня сегодня американские часы Invicta. Да, вот они. Посмотрите, какие красивенькие. Корпус часов выполнен из стали, ремешок силиконовый, и это благодаря этому модель надежная и очень удобная. Думаю, что вы согласитесь, что часы достаточно важный элемент стиля для мужчины. Лично мне они очень приглянулись. Кстати, подогнали их мне ребята из магазина наручных часов All Time. Это официальный представитель бренда Invicta в России. В ассортименте магазина более 200 производителей, так что вы точно подберете себе часы и по дизайну, и по бюджету.
All Time на рынке уже более 20 лет и завоевали авторитет и репутацию надежной компании, потому что им доверяют не только администрация президента, ребята из РЖД и, конечно же, крупнокалиберный переполох. Так что заходите, выбирайте и покупайте. Ссылочку на них я оставил в описании. Вы знаете, что делать, парни. Не подведите меня. Что ж, пришло время шлема. 6Б7-1М. И пока у меня в руках берета, ему стоит поберечься. Попадание пришлось под 90 градусов. Фактически вместо болтика могло бы встать сюда. Ну и что ж, что внутри? Посмотрите, вот я, допустим, попытаюсь сейчас его надеть, да, после этого попадания, и понять, что же все-таки... Оу! Не знаю, честно говоря, по ощущению, у меня бы сломался череп. Думаю, что так бы это, скорее всего, и было. Что, защита выдержала? Я стоял с 5 метров где-то. Защита выдержала. Пуля совершенно точно внутри. Перелом черепа — это еще не смерть. Во всяком случае, шансов у вас очень будет много. Что ж, подойдем поближе и попробуем пострелять еще в него. И посмотрим, сколько гарантированных попаданий он выдержит. Три попадания практически в одно и то же место. Вот эти два гарантированно что? Правильно. Гарантированно пробивают, потому что одно и второе пришлось практически в одно место. Вывод простой. От осколков наверняка он защищает, а 9-19 в одно и то же попадание лучше не проверять, потому что вместо головы здесь огромная вмятина в обратную сторону. И, в общем, здесь нет места для головы. Кстати, говорят, что здесь, по-моему, нет, да, быстрого сброса. Да, это плохо, потому что шею, говорят, ломает. И сейчас в дело вступает автомат Калашникова модернизированный, на котором обычная пуля стальная будет. Патрон с обычной пулей уже в стволе. А дальше я заряжаю ПРС с пониженной рикошетирующей способностью пули. И стреляю, стало быть, сначала обычной пулей стальной. Поехали. Влево стреляю ПС-кой, вправо стреляю ПРС-кой. Все просто. Так, давайте проверим, сколько у нас тут метров. Метров 20. Керамика тем хороша, что она легкая. И в отличие от бронежилетов с остальными пластинами, с бронепластинами, конечно же, он легче. Он всего 8 килограмм, даже чуть меньше. Керамика высыпается и таким образом сдерживает удар. Что ж, если наш манекен не пробит, стало быть, ПРС-ка и ПС-ка. Посмотрим, чем отличаются эти два небольших отверстия, потому что гарантированно броник выдержал этот удар. Так, кевларовая проложка не пробита. Внушительная вмятина, кстати, там с задней стороны. И вот чем отличается пониженная рикошетирующая способность. Ее придумали для того, чтобы, когда в помещение заходишь, чтобы меньше было рикошетов и чтобы сами себя штурмующие не поубивали. Видите, здесь разлет, как бы разрыв такой больше в обычной ПС-ке. А здесь он такой более ровный, что ли. Пластина, видите, вот эта вот часть чуть-чуть вправо выехала. Но мы видим, оно как будто блоками там состоит, как будто блоками. В левой части, там, где обычная стальная пуля, меньше как будто бы повреждения. А здесь такая большая площадь поражения. И вот эта бульба, она, видите, как бы такая больше. Я думаю, что увечья она нанесла бы гораздо больше, чем ПС-ка. Это, кстати, удивительно, потому что я думал, что будет наоборот. Кстати, был разговор о том, что она выдерживает бронебойно-зажигательную пулю 7,62 на 39. Так выдержит ли она Мосинку, если я буду стрелять? У меня ведь два мосиновских патрона. Один бронебойно-зажигательный, красно-черный сердечник, красно-черный наконечник, и обычная ЛПС-ка, легкая пуля стальная. Что ж, посмотрим, насколько хорош так наш хваленый ратник. И, конечно же, мы перевернем его, потому что для чистоты эксперимента пластина должна быть полностью целой. В левую часть броника я буду стрелять ЛПС-кой, легкой пулей стальной, и бронебойно-зажигательной в правую часть. Влево и вправо.
Кто бы мог подумать, что Мосинка, созданная почти 2 века назад, будет сражаться в 2021 году на полигоне КП против современного бронежилета. Поехали. Ратник выдерживает 7,62 на 54 с 10 метров пулю обычную. И правда это или нет, я отошел даже чуть дальше, на 15 метров. Посмотрим. Влево. Бом! Да, придется чуть-чуть поправить, прежде чем стрельнуть в бронебойки. Так, после первого же попадания из Мосинки он развалился. И я, в общем, попал в его часть, которая разрушилась, верхняя, поэтому мы перестреляем разочек. Давайте положим его вот так. Смотрите, я верхнюю часть левой пластины выстрелил ЛПС-кой 2 раза. И почему-то я вижу здесь 2 гарантированных пробития. Не знаю, как это вышло. Возможно, из-за того, что я первый раз расклашировал верхнюю часть, потом нижнюю. А в правую я стрелял бронебойкой. И вот здесь, кстати, результат лучше, чем там. Бронебойку она как будто бы держит в правой части. Крошится керамика, но выдерживает. Противоосколочный вот этот пакет выдерживает все испытания, и осколки пули здесь тоже задержаны, как, собственно, и сама пуля. Она не вышла никуда, ее, в общем, засосало в бронежилет. 7,62-54 бронебойка, а ЛПС-ка типа как будто бы ничего не встретила на своем пути. Давай сейчас. Так, ну а вот здесь такой друшлаг и по касательной, что ли, оно прошло? Да нет, потому что сзади-то броники прям посередине дырень, одна и вторая. Вот входное отверстие, вот керамика покрошилась. Ну что, это, кстати, прям не совсем край. Сложно сказать, что это типа прям край, то все, там все дела. Вот, видите, гарантированно оно пробивает, вот весь пакет пробит насквозь. Вот оно. Выходит здесь такая ситуация странная. Что ж, давайте посерединке и поставим точку в этом эксперименте. Так, ну вот непосредственно как выглядит попадание легкой пули стальной в бронежилет 5-го А-класса Ратник 6Б45. Если здесь есть дыра, а она здесь есть, значит 7,62 на 54 ЛПС-очку с 15 метров, выпущенную из Мосинки болтовочки, у которой 2000 джоулей, Ратник, пластинка, не держит керамика. А, подождите-ка. Что за... А пуля-то здесь! Вот же она, блин! Смотрите-ка! Она здесь! Почему я радуюсь так, как будто бы я производитель этих бронежилетов? Пуля осталась здесь, на самом деле. Вот она. Во всяком случае, ее какая-то часть. Так, есть хорошая новость в том, что пуля все-таки здесь осталась. И мои выводы были не совсем точными. Но я вижу здесь отверстие. Да, стало быть, не то сама керамика уже вылетела, не то ее осколки этой пули. В общем-то, они пролетели внутрь. И, как мы видим, продырявили таки вот этот амортизационный материал. Так, подожди-ка. 57Н323. Так это ШУЭСка, блин. Уменьшенные скорости. Тяжелее пуля, значит, стало быть, летит медленнее.
О чем это говорит? О том, что он должен держать СВД-шную УС-ку, то есть 7,62 на 54 должна быть УС-ка. А у меня тут была легкая пуля стальная и бронебойка. Ясное дело, что он ее пробивает. Но хотя ратник показал неплохой на самом деле результат. Видите, как у нас? Как в хороших сериалах. Вроде бы как все очевидно, да на самом деле нет. Пуля осталась здесь, легкая пуля стальная, посерединке. Это значит, что у вас есть шанс выжить. У вас будут переломаны ребра, но вы останетесь живы. А вот эта зажигалочка, кстати, была в кадре сегодня несколько раз. И там, где первый раз она появилась, и вы найдете, напишите мне в Инстаграм «Большие пушки». Пришлете мне скрин и станете обладателем. Кто будет первым, тот ее и заберет. Да, 12,7 точно броник бы не выдержал. Более-менее целую пластину я вставляю обратно на ее привычное место и расстреляю очередью из АКМ. И заодно посмотрим, сколько тут гарантированных попаданий. Посмотрим, что сзади сначала. Вы готовы? Поехали. Бам! А ни хрена сзади. Сколько бы ты ни стрелял, гарантированно раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть попаданий точно держит пластина керамика 5-го А-класса. И это ратник, и это хорошо. Скорее всего, в ближнем бою с СВДшки или с мосинки по вам стрелять никто не будет. В общем, у вас будут проблемы большие с ребрами, возможно, с почками и печенью. Но в этот раз вы точно не умрете. Сзади все надежно. Посмотрим, что случилось с пулями, если сможем, конечно. Вот пуля. Тут были вперемешку у меня и ПРС-ки, и обычные ПС-ки. И, в общем, все пули надежно находятся внутри, как и их осколки. Вот еще пуля. Против калаша это отличная защита, просто идеальная, я бы сказал. 7,62 на 54 пробивают, но не гарантированно, у вас есть шансы. ЛПС-ками и бронебойно-зажигательными. А вот автомат Калашников модернизирован, практически бессилен против него, потому что ни одного гарантированного пробития в переднюю пластину так и не случилось. Все осколки пули тоже находятся внутри. Поэтому это отличное средство, очень легкое, потому что он чуть больше 7 килограмм весит. И противоосколочный пакет у него, кстати, тоже отлично справляется со своей задачей. Всем хорошего вечера, не переключайтесь, дальше будет интереснее. С вами крупнокалиберный Переполох.